все рождают тенденции, которые сейчас происходят. Это стремление к чему-то большему, к чему-то высшему, заработать побольше денег, укрепить свое, так скажем, состояние в обществе. И поэтому, ну, я думаю, что все гонятся за успешностью, за каким-то, может быть, карьерным ростом. И поэтому не торопятся люди, так скажем, выходить замуж, жениться. Время уже не то. Раньше люди в 23 выходили замуж, женились, рожали детей. Сейчас 30-35. Думаю, проблема не в том, что жениться или выйти замуж. Проблема в том, что нужно и воспитать ребенка. Если сам человек психологически не готов к этому, то, соответственно, ребенок не сможет вырасти полноценным членом общества. Растить детей – это очень трудоемко и финансово затратно. Ввиду этого как-то не очень хочется заводить детей там, где ты не можешь их обеспечить. Все-таки хочется обеспечить им хоть какое-то будущее более-менее стабильное. А когда возможности нет, об этом думаешь в последнюю очередь уже. Из районов-то люди уже уезжают просто, чтобы работу найти. Как я, например, вот учусь на инженера, чтобы уехать потом в Сибирь работать, например. Я живу в Арске, в Арском районе, и сказать, что там работы нет, вообще ничего не сказать, грубо говоря. Наверное, придумать рабочие места как минимум. Ну, какая-то политика в отношении рождаемости. Не знаю, не сказать, что, например, выдача денег за второго ребенка как-то полезна, да и за первого тоже. Люди все равно думают, что это разовые выплаты. Она особо много смысла не имеет. Ты в любом случае тратишь гораздо больше в конечном итоге. Поэтому это не особо выгодно будет. Так что есть ли только рабочие места. Үшінші бала болсам, дейдер, отцовский капитал деген нәрселер, үшкенім бар мен. Бұлай, в принципе. Мені тұр орынығына керек, шолына. 3-4 бала болыр, жынан да бетфатыр бек зұр керек.